Сегодня на операционный стол попадает болгарка фирмы «Зенит». Рождена она у нас конец 19 года, ноябрь месяц, 11 месяц. Ну да, ребята, короче, шлифуют. Ей, короче, день-день. Вчера только купленная. Шпаклевку я выдал, но она все равно не включается. Ну что, самое элементарное, кинем, посмотрим у нас по напряжению. К сетевой кабель подключен. Смотрим, поступает ли напряжение. Оно отсутствует. Кабель сдох за сутки. Вот так вот. И здесь шевели, не шевели. Механическое, чтобы там шлифовали, перекрутили, нет. Вот так вот болгарка «Зенит» сутки проработала. И найдена причина, по которой отсутствовала подача электропитания. Вот такой вот провод сетевой. Просто рукой вытянулся из клемки. Сейчас припаяем, и все заработает у нас. Вот так вот пропаян контакт, клемма. Вот теперь можно подключать. Так, ребята, и это учитывайте, что здесь хомут присутствует кабеля, что не тянули, не вытянули кабель, а просто вот так на расхлебайство приткнули, да и все. Некачественный контакт был. Так, ну что, мы можем теперь законнектить 220 и проверить ее. Ну все, «Зенит» восстановлен, спасен. Хотя человек по гарантии говорит, да не поеду она вся в этой шпакле. Скажут, не гарантийный случай. Ну так спасли «Зенитчика».